Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Ryzen. Так, ну и нам надо теперь идти с Джошем разговаривать. А кто такой этот Джоша? Ты не Джоша, ты крестьянин, ты хозяйка, ты горожанка, ты это травка. Слушай, а как-то хозяйка, странное имя. Я больше не могу тебе помочь. Да ладно тебе, чё? Что это ты здесь делаешь? Да ничего, расслабься и получай удовольствие от жизни. Так. Без правильного ключа это не сработает. Эй, погоди минутку. Не проходи мимо. Попробуй лучшую рыбу в городе. Сегодня твой счастливый день. У меня для тебя... Правда? Купи одну рыбу, две рыбы по цене. А звучит... Какая... Все дары, мол. Свежепойманные. Это все? Также есть акула. Тебе бы пох... Для... Ну, я так думаю. Не надо было мне эту рыбную лавку покупать. Я с этой девкой. Она сказала, что любит рыбу. Фу. Я и сам не понял, как купил это место. Я даже селедку от трески не отличу. А из-за всех этих штормов рыба почти не ловится. Блин. А почему бы тебе не продать? Бы... Хочешь купить? Зачем же мне рыб... Вот видишь, я тоже... Но эта девица была... Как я могу? Как я могу? Ну, может, найдешь кого-нибудь? В идеале это должен быть кто-то, кто разбирает. Я? Великолепно. Я запомню. Я верю в... Вот, возьми акулью. Филиус хочет продать свою лавку. Где мне? Если б я знал, я бы сам его нашел. Попробуй в порту. Поспрашивай рыбаков. Они-то в рыбе разбираются. Так, сколько ты хочешь? Ой, ну, если посчитать, то монет 300. Пока. Что? Ты правда хочешь? Камбалу, селедку, акулье мясо. Так, F8. Давайте у него обчистим карманы. Слишком рискованно. Ага, не получится обчистить карманы. А чё такое вообще это акулье мясо? И где оно? Скажите мне на милость. Мана, опыт, очки здоровья. Нифига себе, оно еще и опыта добавляет. Слушайте, неплохая тема. Особенно то, что оно опыта добавляет. Прям я бы даже сказал хорошее. Так, Финн. А мне надо с Джошем поговорить. Белшвур, ты кто такой? Флавио. Добро пожаловать. Здравствуй. Держу пари. Я не могу тебе. У тебя нет? Так, ладно. Охотничий трофей. Плачу за хорошую добычу. Мы... Охотничий трофей. О, щипцы для жала. У меня, по-моему, такой темы нет. А вот щипцы для зубов у меня, по-моему, есть. Так, у меня есть ножницы для крыльев. Нету щипцов для зубов. Значит, щипцы для зубов еще надо. Блин, 12 факелов возьмешь, они мне не нужны пока. Одну лопату. Так, ты говоришь, ты платишь за эти. Держи зубы. Ну, пока они мне... Они, конечно, потом... пригодятся, может, а может и нет. О, коготь могильного червя. Так, 106. Ну, в принципе, мы можем оплатить товар. У меня по нулям. Зато у меня теперь есть щипцы для жала и щипцы для зубов. Так, Павел, но мне надо искать Джоша, да? Джоша, Джошуа. А где же этот Джош, блин? Скажите мне на милость. Не, ну я думаю, он все-таки где-то вот там, наверное, внизу, возле моря. Там обычно возле моря трущобы. Так, ты кто такой? Ты Сид. А тут что такое в этой... В этом доме? Кто ты? Кто? Нельсон. Нельсон. Так, ладно. А мне нужен Джошуа.
Василий. Что, проститутка? Проститутка, это, конечно, штурман, моряк, скамья, Нико, Петти, Ингвар. Так где же этот Джош? Что-то я... Воин Ордена, но это все фигня. Так, тут Джош. Дарбелл. Питер надо прочитать. Ногой монах. Это думаю. Надо скопировать. Так, опыта дали. Мо. Тут у них типа хавчик делается, да? Че у вас там на втором этаже? Держи свои руки так, чтобы их было видно. Да расслабься. Я у тебя ничего тыбзить пока не собираюсь, но это только пока. Так, ты кто такой? Бакстер. Где же этот Джош? Ищем Джоша. Ты кто такой? Крестьянин. Ты горожанка. Что тебе нужно? Да ничего, Джоша ищу. Знаешь, где Джош? Лили. Ты какой-то крутой дом. Может, тут Джош? Ты Джош? Эриксон. Ты кто? Соня? Эриксон, блин, телефон такой есть. Оу, мы... Ладно. Это, короче, у них бордель, я так понимаю. Бордель. Так. Мы там поизвращались, малёха. Блин, так где же этот Джош? Скажите мне на милость. Походу, я не в ту сторону пошел. Ну, на этом это маяк или что это? Мельница. Ты не Джош? Джек, блин. Я уже подумал, что это тот, кто нам нужен. Сундук Джека. Попробовать открыть его, что ли? Без правильного ключа это не сработает. А у него карманную кражу можно осуществить? Ты. Точно так. Так. Нифига, короче. Хотя у него есть телекинез. Еще черная жемчужина. И все, в принципе. В принципе, все. Больше... Ой, сейчас, походу... А, не, нормально. А что это я там видел? А, бочки. И все, в общем-то. Так, вот тут сундучок есть. Давайте его раскурочим. Посмотрим, что там. Моллюск, волчья шкура, кость. Все такое. Ты кто такой? Ты не Джош? Эдгар. Ходи тут, блин, этих Джош и ищи. Хорек. Кстати, вот по поводу хорька. Нет. Я выгляжу так, будто все чего-нибудь хотят. Обычно денег. Ты один из парней Дона? Ты один из... А от тебя ничего не укроется, правда? Так что же здесь происходит? Ничего особенного. У меня связаны руки, пока эти проклятые белые мантии не спускают с меня глаз. Почему белые мантии следят Почему за тобой? Почему белые? Потому что они знают, что я их ненавижу. И они считают меня вором. А ты вор? Конечно, нет. Раньше я даже предлагал защиту торговцам. Чтобы тебе за нее платили? Так делают дела. Теперь Карлос только и ждет повода, чтобы вышвырнуть меня из города. Но я не доставлю ему. Что ты знаешь? Воин инквизиции. Грязный, мерзкий, болотный слизняк. Так, ну понятно. Он и его стражники представляют закон. Понятно. Чтобы им... Понятно. Я бы мог помочь тебе. Я мог бы помочь. Позволь присоединиться к тебе. Зачем? Почему я должен доверять тебе? Потому что ты найдешь и выпотрошишь меня. Я уже работал, собирал деньги. За защиту. Так значит, у тебя... Я мог бы... Здесь квартал Толстосумов. Здесь нельзя вот так запросто ходить от двери к двери, собирая деньги за защиту. Угу. Проклятые белые мантии повсюду, и они все видят. Итак, что делать? Прежде чем я покажу тебе свои приемы, ты должен сделать кое-что для меня.
Что тебе нужно? Дон Эстебан контролирует торговлю брюглом на острове. Урожай собирает алхимик Леонардо. Затем Гард, помощник алхимика, приносит его нам. Но в последнее время часть товара стала пропадать. То есть его кто-то... Пакеты назад Харьку. Ты... Гарта! Я думаю, Гард... Почему ты не на... Нельзя рисковать. И хотя Гард трус, я не уверен... Как? Тебе это... А что, если товар пропад... Нет. Леонардо... И что мне нужно... Гард слишком туп, чтобы провернуть такое дельце. Ты проследишь за Гартом, как... и когда он встретится со своим напарником, ты на... Я должен сделать... Я бы с радостью вместе с тобой переломал их жалкие кости, но проклятые белые... Что? Деньги. Принеси мне то, что я хочу, и я покажу тебе, как разлучать богатых торгашей. Хм, это все. Мы готовы. Стражник Марчелл. Что произойдет? Мерзкая скотина будет преследовать. Все в городе знают, что... А если у него... Марчелл... Так, ладно, понятно. Все, я прослежу за Гартом. Гарт, встань рядом со мной или сзади, чтобы он не заметил тебя. И... Гарт выходит. Отпусти его. А теперь за ним. Держись на расстоянии, но не упускай. Пойдет что-то не так... Где Гард? Вот то Гард. Ты Гард? Да, он Гард. Ну, поперли. За Гардом проследим. Я тут писаю в кустах, чувак, иди спокойно. Почему Индиана Джонс? Он же никогда ни за кем не шпионил. Он вообще не шпион. Эй, красавчик, отведай. Она специально отвлекала на самом деле, чтобы этот чувак свалил. Тут еще будут отвлекать, пытаться. Вот, по-моему, стражник какой-то будет отвлекать или еще кто-то. Мы потом к этой Лиле обязательно вернемся. Лёп-лёп-лёп-лёп. Лёп-лёп-лёп-лёп. Крестьянин. Так, ты же этот чувак, который хочет лавку продать, да? Павел. Лавио, Белшвур, Финн, Страж, Хозяйка. Черные волки хуже всего. Абсолютно безопасно. Во! Что-то не узнаю. Не стоит прогуливаться за пределами трущоб, если... Так ты... Да, черт возьми. И это значит... Оставайся в... Почему? Мы на первой линии защиты города. Многие не вернулись. Блин. Черт побери. Ты за мной следил? Это было не так и трудно. Эй, ты. Да, ты. Да вот я как. Видел тебя тут. Суешь везде свой... Людям не нравится, когда в их дела... Верни сверток, который... Ты точно хочешь это сделать? Абсолютно. Тогда ты не оставляй... Гард, взять его! Заткни его, наступило время преподать тебе урок. Впечатляет. Так, двое, да, дерутся? Хорошая работа. Блин, вот против двух, конечно,
не вариант, во-первых, с неполным здоровьем драться, а во-вторых, не вариант драться с неполным здоровьем, блин, против двух. Так, ладно, мы за ними проследили. Да, мы это все. Время преподать тебе урок. Впечатляет. Картер, уйди, Картер. Сейчас я Гарта вырублю. Ай, ты говнюк, а? Блин, а вот этого Картера хрен вырубишь. То есть Гарта вообще легко вырубить. Но он же потом, кстати, оклемается. Но нам... А пусть хорошо. Чёрт, ты... Так, да, я в курсе. Время преподать тебе урок. О, теперь гораздо лучше. Ой, курочку убил. Извините. Именно. Твою дивизию вы можете как-то по очереди... Да твою ж налево. Гард готов. А вот с этим чубзиком мы запаримся разбираться с Катером. Ну хотя он, в принципе, сунется потихоньку. Я надеюсь, он... Я надеюсь, он не пойдет на меня драться. Ну, снова... Ну, не пошел этот гард. Сейчас я... Чувак, ты вообще знаешь, что я на болоте лучший на арене? За ним. Вот плохо, что ты, короче... Вот, да, иди сюда. Вот тут и стой. Тут тебе прыгать особо некуда. Блин, а мне вообще нужен твой щит? Мне вообще нужен твой щит. Он мне очень нравится. Если у тебя еще хороший меч, я вообще буду рад. Ну, хотя так с виду у тебя вроде фигня какая-то. Катар. Ну вот, блин. Убирайся. Я жажду крови. Катер, я не специально. Точнее, гардчик, кто там. Я жажду крови. Фига себе, мы сейчас комбо провели. Я уже в конец офигел. Спрячь-ка ты свое оружие. У тебя есть талант. Что ж, такова жизнь. О, думаю, что у меня бы получилось куда лучше. Это нехорошо. А это я не тебе поблизости отба... Что? Не меня, конечно. Меня там не застанешь. Да, ты... Конечно. Это все из-за Каттера. Он хотел... Что? Мя... Так, ладно, понятно. Этот квест мы выполнили, Катер. Теперь поговори. Слушай, я не хотел наступать Дону на хвост. О! Ты спер его травку. Да ты просто раздавил его хвост. Я не собирался продавать это в Харбортауне. Тогда где? Только, ну, только в монастыре. Они все там любят Брюгл. Что-нибудь еще? Они богаты. Куча золота. И все, что они надыбали в руинах. Нормально. Кто и... Я один. И я должен в это поверить. Верь во что хочешь. Ты... У тебя что, мозг... После всего... За... Ладно, не хочешь учить, не надо. Не знаю, на что... Так, пойдемте сдадим квест. Я хочу сказать, кто это все... Пойдемте сдадим квест. Врут, все врут.
Врут, все врут. Обманывают. Обманули. Дурака на 4 пятака. Так, а вон то Лили. Можно будет с ней потом позабавиться. Так, давайте сдадим квест за Дона, который здесь у нас... Э, ты чё? А, я думал, он дерется, он просто тренируется. Гард работал с Каттером. С Каттером? Мы ему платим, чтобы можно было... Да это сволочь болотников сосать будет, если... А что наша травка? Вот твоя травка. Вот твоя травка. Молодец! Ты заработал целую ку... Расскажи мне, как потрошить торговцев. Ладно. Есть два достойных объекта. Конрад, торговец. Он покупает у фермеров и продает потом с большой выгодой. И есть Альваро, торговец оружием. Поскольку на него работает единственный кузнец в городе, он навязывает свои цены на оружие. Как мне собрать денег с обоих торгашей? Для начала осмотрись. Поговори с ними. Прикупи у них что-нибудь. Тебе нужно выяснить, чем они там заняты. Какие у них проблемы, в чем слабости. А узнав слабости, мы обратим их против них самих. Новое задание. Забери деньги у Конрада и забери деньги у Альвадо. Я ж вроде бы уже забирал у кого-то там деньги. У Косты, что ли? Ладно, пофиг. Неплохо, в принципе, два квеста уже за Дона выполнили. Это хорошо. Что ж, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.